Жильцов избавят от переплат за общедомовые нужды. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет гражданам не платить за общедомовые нужды по завышенным в разы нормативам. Сейчас расчет происходит по сложной формуле, чреватой злоупотреблениями. Теперь же граждане смогут оплачивать услуги по общедомовому счетчику. А если тот все-таки будет накручивать сверх норматива, то за превышение заплатит управляющая компания. Как известно, с нового года ОДН стали рассчитывать по сложной формуле. В ней учитываются площади нежилых помещений и мест общего пользования, а также в первую очередь нормативы. В феврале граждане получили платежи и ужаснулись. Расходы на ОДН выросли в 2-3 раза. Многие регионы, Приморье в том числе, завысили основной множитель из формулы – нормативы. Недобросовестные управляющие компании при расчете платы за ОДН учли чердаки, подвалы, которые никогда не освещались. Как считают в Государственной Думе, после вступления поправок в силу, жители смогут собраться вместе и принять решение о переходе на расчет по счетчикам. Если потребляешь меньше, чем это установлено нормативом, то и платишь меньше. Потребляешь больше норматива – платишь по нормативу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов впредь внимательнее относиться к инициативам, которые вносятся на рассмотрение. Ведь Госдума допустила большую ошибку, ранее приняв поправки, которые с 1 января привели к подорожанию ОДН для граждан. «Мы вынуждены это поправлять теперь», – сказал спикер. По словам Володина, ситуация с ОДН – яркий пример того, что необходимо еще до принятия закона оценить его последствия.